В Одинцово было представлено около 70 единиц специальной техники. Это почти половина от общего числа участвовавших в смотре машин. Командовал парадом заместитель руководителя районной администрации Михаил Каратаев. Объявляю акцию «Всероссийский парад коммунальной техники» открытой. Парад коммунальной техники проводится в рамках общей подготовки системы ЖКХ к зиме. Все участвующие в акции машины и механизмы вскоре будут задействованы в уборке и вывозе снега, обслуживании коммуникаций, а при необходимости и в ремонтных работах. Есть у этого смотра и своя изюминка. Коммунальная техника доступна для жителей, то есть, пожалуйста, жители сегодня могут посмотреть, посидеть за рычагами, ознакомиться с характеристиками, задать интересующие их вопросы. Делается это для того, чтобы повысить открытость жилищно-коммунального хозяйства и познакомить жителей с особенностями нашей работы, чтобы жители не только видели результаты работы, но и видели, чем и кто это делает. Михаил Каратаев лично посидел за рычагами мощного погрузчика. Техника великолепная. Просто джойстик двигаю, и огромный ковш совершает манипуляции. Поднимает один куб снега сразу. Однако самый большой интерес коммунальная техника вызывала, конечно, у детей. И это естественно, ведь таких аттракционов нет ни в одном парке развлечений. Коммунальные предприятия и управляющие компании представили не только технику, но и отлично экипированные и подготовленные аварийные бригады. Как говорится, случаи зимой могут быть разными. 82-й, на нем навеска, это отвал и щетки. То есть, соответственно, он начал сгибать, потом... Вентиляционная река. Это можно посмотреть? Да, конечно. Трубку опустить? А вентиляцию опускаешь, и все видно, что там забито, не забито. Есть проход, нету прохода. Отличную степень готовности продемонстрировали и крупнейшие ресурсоснабжающие организации района – теплосеть и водоканал. От того, насколько стабильной и грамотной будет их работа, во многом зависит, как муниципалитет пройдет весь осенне-зимний период. В этом году эти организации вышли за пределы городского поселения Одинцово и стали обслуживать весь район. То есть эти организации обслуживают все 16 поселений и осуществляют подачу ресурсов, водоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения и канализования. ЖКХ – одна из крупнейших отраслей экономики Одинцовского района. В ней в общей сложности задействовано более 5000 человек. Высокая готовность техники и людей к холодам позволяет спокойно ждать прихода зимы. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».